Всем привет! Продолжаем рисовать дорожные знаки. Сегодня мы нарисуем знак направления движения по полосе. На этом знаке у нас направление будет прямо и налево. Давайте приступим. Знак будет такой квадратный. Нарисуем только вот небольшой квадратик. Отлично. Теперь возьмем карандаш и нарисуем стрелку. Она будет у нас показывать прямо. И еще будет показывать вот сюда, направо. Вот так будет. Давайте вот так сделаем. И еще нам нужно нарисовать такие вот, как бы, полосы на дороге. И вот здесь еще где-то раз, два, три. Отлично. Сейчас мы их обведем и закрасим все в синий цвет. То есть, если вы стоите в этой полосе и увидели этот знак, вам станет понятно, что вы можете двигаться, продолжать двигаться прямо или свернуть направо. Отлично. Так, и возьмем наш мелок и быстренько все вот это закрасим. Вот так. Такой синий заметный знак. Еще сюда, сюда. И сейчас вот тут все закрасим. Оп. Мелок сломался. Еще немного, и наш знак будет готов. Вот такой отличный знак. Вот так. Всем спасибо. Ждите новых дорожных знаков. Пока-пока.